Офис крупнейшего предприятия России по трейдингу металлопроката работает в Октябрьском. Брокинвестсервис поставляет продукцию на основные стройки и предприятия страны, в том числе на объекты медицины. Именно поэтому даже в пандемию компания не приостанавливала свою деятельность ни на один день. С рабочим визитом предприятие посетил Владимир Ружицкий. От забора до небоскреба. Брокинвестсервис – крупнейшая компания по трейдингу металлопроката, который служит основой всему, что нас окружает. Офис в Октябрьском – один из 15 филиалов. Это огромные складские помещения, где хранят металл от поставщиков со всей России. Здесь же работает производство, где изготавливают собственную продукцию. В этой компании мы занимаемся производством мебельной трубы и металлических карточек плюс штрипс для других производственных компаний. И мы являлись поставщиками в период строительства, в особенности, множества медицинских учреждений срочного характера. Соответственно, мы не останавливались. Мы работали на коммунарку, мы работали еще на несколько клиник, на которые поставляли металлопрокат. Времена пандемии все равно стали нелегкими для компаний. Падение экономики вынуждает их работать в ноль. Однако руководство предприятия делает все, чтобы не растерять коллектив. В Люберецком офисе Брокинвестсервиса сумели оставить всех 345 сотрудников. Я думаю, что у предприятия есть будущее. Мы сегодня порассуждали с директором. У них сегодня, по сути, две линии металлопроката. Они думают о третьей, потому что заказы есть, заказы поступают. И это, по сути, радует, потому что это развитие, это доходы бюджета, но это и заработная плата наших жителей. Поэтому вот подобные предприятия мы будем поддерживать. А чтобы все работало слаженно в тренинговой компании, заботиться и о здоровье. Чтобы не допустить заболеваний у сотрудников, здесь разделили социальные потоки и строго следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.